пересечении улицы Струтинского и бульвара Дружбы Народов. Там, где я стою, ну вот и чуть вперед, находилось раньше Святое озеро. А выше располагалась одна из слобод под названием Зверинец. Зверинцев было несколько, именно слобод. Вот там, где сейчас больница, там, где сейчас поликлиника бывшего 4-го управления, там стояла церковь и стояли хатки и прочее. Сейчас мы поднимемся к Зверинецкому кладбищу. За слободой было кладбище. Мы сейчас пойдем к этому кладбищу. Туда можно добраться по низу и поверх. В той стороне вот зелень это остатки ореховой рощи, так называемой орешки. Но мы туда зайдем как-нибудь в другой раз. Бросаем взгляд на орешку, поворачиваем и идем наверх к Зверинецкому кладбищу, которое скрывается там за зеленью на холме. Холм, который лежит между урочищем Неводнище и бульваром Дружбы Народов. Буйствует зелень. Кладбище это старинное и построено в виде террас. Сейчас мы поднимемся на самую верхнюю террасу. Перекресток в центре этого кладбища. Во все стороны отходят дорожки. И по краю верхней террасы идет асфальтовая дорожка. И сколько хватает глаз, по склону расположено кладбище. Несмотря на то, что кладбище это вроде бы и закрытое, но здесь продолжают хоронить родственников тех, кто был уже погребен ранее. Тут мы видим, открывается совершенно новый участок кладбища. Думаю, теперь стоит осмотреть ниже лежащий участок кладбища. Так мы добрались к участку кладбища, нависающему над урочищем Неводниче. Овраг, по которому на дне некогда протекал Неводницкий ручей. Сейчас он заключен в коллектор. Вот старая заброшенная могила ребенка, который умер в 29-м году, 1429 году.
вышли на угол мыса Гладбищенского. Вот там внизу, где заброшена стройка, некогда протекал Неводницкий ручей. Перекресток бульвара Дружбы народов и Староноводницкой улицы. Сверху спускается улица Лаврская. Мы стоим на краю мыса Звернецкого кладбища, основного его мыса. Мы посетим еще одну часть кладбища, более старую. На террасах ближе к входу на кладбище даты все более давние. Поэтому можно проследить, как развивалось, если можно так выразиться, кладбище. Макс Шульц, 1887-1950. Совсем покосившаяся могила. Глядят и глядят на нас портретов покойные люди. Монашеское кладбище, архимандрит Спиридон. Монахини. Различных монастырей, Веденского, Флоренского. Тут можно спокойно покинуть кладбище через прореху в заборе к повороту урочища Неводничья. Здание за зеленью, это так называемое царское село. К счастью, частный сектор уже из новых теремов, а частью высотки. Царское село ранее было известно как частный сектор, где жили семьи военных. Мы
поворачиваем обратно к Звернецкому кладбищу, к холму Звернецкого кладбища. И посмотрим еще некоторые его уголки. Вот забрался я на довольно старый участок кладбища, где между оградами едва можно протиснуться. Справа еще один кусочек монашеского кладбища. Мы же снова поднимаемся к распутью и будем покидать Звернецкое кладбище. А вот имена и фамилии погребенных на этом кладбище, вероятно, в братских могилах солдат Красной Армии, погибших при освобождении Киева. Может быть, кто-то из зрителей увидит своих родственников. Я вас жду, потом поговорим.